Ребята, что ж такое? Вы мне работать мешаете своим баловством. Прекратите уже бегать. Не мешайте мне работать. У меня очень важная работа. Важнее не бывает моей работы. Дети, ну сколько можно? Что вы как маленькие? Тогда почему бы вам не попробовать быть взрослыми хотя бы на один день? Да легкотня, легкотня. О, отлично. Тогда я пойду посплю, а вы остаетесь за старших. Как я люблю поспать, как я люблю поспать. Так, чего же начнем? Для начала надо выглядеть как взрослые. Пошел переодеваться. А я убираться. Чтобы надеть вот этот галстук, вот этот. Вообще, я устал. Пойду полежу, телек посмотрю. А с тебя завтрак. Я проголодался. Хорошо. Ладно, но ты тогда поиграй со Стешей. Хорошо. Тише, смотри. Смотри. О, овсянку же можно. Овсянка? Еще без молока? Да, это очень полезно. Ну, придется кушать. Ну, посуду тебе тоже мыть. О, есть посудомойка. Маня, он такой есть не будет. Коты не едят овсянку. Я просто хочу, чтобы он быстрее вырос. Вообще-то я здесь главная на кухне, и я решаю. Ладно, пошел Стешу укладывать. Подушечка.
сюда, да? Пустяша. Надо ложиться спать. Нет, ты всего лишь часик поспишь, и все. Не-не-не-не. Маня, иди на помощь. Я не могу Стешу уложить. Я не справляюсь. Пора спать. Мы тебе молочко дадим. Положи туда молочок. Как вот так? Как мамочка твоя спит? Мамуля. Вот так. Тишу нас спать, спать. Баю, баюшки, баю. Батёк, баю, баюшки, баю. Не ложись. Ну и как тут мои взрослые? Папа, мы устали быть взрослыми. Не хотите быть взрослыми? Да. Ах вы мои хорошие, ну вообще-то вы у меня уже взрослые. Все дома так чисто, и Стешу пытаюсь уложить. И даже ничего не разбито. Скоро вы будете у меня совсем взрослые. Моя маленькая. Как тебя наши взрослые, не обижали? Пока-пока, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не маленькие.